удается выжить во всех этих передрягах, когда я не прикрываю твою спину? Ох, пожалуй, мне нужно идти. Так много контрактов и так мало времени. Старайся не выходить из тени Ситиса. Я так рад видеть тебя вновь. Надеюсь, твои контракты доставляют тебе удовольствие. Я хорошо знаю эту канализацию. Через нее ты сможешь добраться до тюрьмы, но в ней водятся довольно неприятные твари. Проявляй осторожность. Да не покинет тебя тень Ситиса, дорогой брат. Ты будто темный дар самой матери ночи. Пожалуйста, скажи, чем я могу помочь тебе? Да, дражайший брат, я могу чем-нибудь помочь тебе. Имперская тюрьма. Много лет я томилась там, пока братство не отыскало меня. Стражники там сильны и жестоки. Очень жестоки. Удачи, брат. Надеюсь, тебя не... Я знаю, о чем ты думаешь. Гагрон слишком большой, чтобы красться. Проникнуть в имперскую тюрьму непросто. Стражники там хорошо вооружены и отлично обучены. Если тебя обнаружат, не делай глупостей. Беги! Удачной охоты, брат мой. Приветствую, брат. Надеюсь, у тебя все в порядке? Ни одному члену братства не удавалось успешно проникнуть в имперскую тюрьму вот уже больше 300 лет. Тебя ждет настоящее испытание. Ступай, дорогой наш родич, да заключит тебя мать ночи в свои холодные.
Конечно, я горжусь своей работой. Но это пустая трата времени. Что мы охраняем? Холодные камни и тени. Вот и все. Я вполне согласен с тобой, поверь мне. Эти ассасины получили, что хотели. Император мертв. Им незачем возвращаться назад. Вот именно это я и говорю. Но разве капитан будет слушать? Нет. Мы должны стоять на посту. Тюрьма должна оставаться под охраной. Да, смешно, правда? Кого мы тут охраняем? Дрета? С тех пор, как второй заключенный сбежал, он единственный, кто гниет там. Однако не стоит придираться к капитану Монтрозу. Для него это большое продвижение в карьере. Ему нужно произвести впечатление на начальство. Да, точно. Но, пожалуй, мне нужно возвращаться на свой пост. Эй, и не забудь, мы сегодня встречаемся в плавучей таверне. Да, я приду. Как я могу упустить шанс посмотреть, как ты стелишься перед этим орком вышибалы? Я никого не боюсь. Мужество — мое второе имя. Я... Ох, ладно. Должен признать, я буду скучать по тебе, Дред. По ночным взбучкам, по твоим жалобным крикам о помощи. Грязный пес, я же говорил тебе, что все равно выйду отсюда. Мой срок за... Thank you.
Говори. Что-то беспокоит, гражданин? Иди своей дорогой. Итак, тебе удалось проникнуть в имперскую тюрьму, ликвидировать Валена Дрета и не убить ни одного стражника. Просто превосходно. Помимо стандартного вознаграждения, я выдаю тебе премиальные. Держи. Весы безжалостного правосудия. Когда ты носишь весы с собой, они магическим образом повышают твою силу, интеллект и ловкость. Но снижают обаяние. Это удивительная вещь. Тебя ждет особый контракт. Откровенно говоря, я не хочу предлагать его никому другому из членов нашей семьи. Я всецело полагаюсь на твои способности. Обычно нас просят отнять жизнь, но не в этот раз. Контракт требует инсценировать убийство человека, приговоренного к смерти. Берешься? Тебе следует отправиться в город Коралл и проникнуть в дом Франсуа Мотьера. Внутри ты найдешь самого Мотьера. Он будет ждать тебя. Не убивай его. Видишь ли, Франсуа Мотьер обречен. Он должен значительную сумму денег неким нехорошим людям. Они послали инфорсера, чтобы убить его. Возьми. Ты используешь этот отравленный нож, чтобы инсценировать смерть Мотьера в присутствии инфорсера. Мотьер сам объяснит тебе все остальное. Это необычный контракт. Мотьеру пришлось заключить с нами особое соглашение. Я верю в твой профессионализм. Темное братство не занимается инсценировкой убийств, сколько бы золота за это ни предлагалось. Ситис требует крови, и платить нужно кровью. Мы потребовали жизнь взамен на выполнение контракта. Мотьер предложил свою мать, и мы согласились. Люсьен уже позаботился о деталях. Этот нож покрыт редким ядом, называемым вино летаргии. Одной капли этого яда достаточно, чтобы сымитировать эффект мгновенной смерти. Я также даю тебе бутылочку с противоядием, с помощью которого можно будет оживить Франсуа Мотьера после того, как дело будет сделано. Учти, что вина летаргии на этом ноже хватит только для выполнения этого контракта. После того, как ты ранишь им Мотьера, нож станет бесполезен. Пролей для меня немножко кровушки, дорогой брат. Я знаю, о чем ты думаешь. Что? Инсценировать смерть? И ты даже не можешь убить инфорсера? Я не завидую тебе, друг. Но контракт есть контракт. Просто делай то, что требуется. Удачной охоты, брат мой. Приветствую, брат. Надеюсь, у тебя все в порядке? Ступай, дорогой наш родич, да заключит тебя мать ночь. Да, дражайший брат, я могу чем-нибудь помочь тебе? Я как-то спала в крипте часовни Коралла. Там сыро, холодно, и это место проклято. Вывести Мотьера оттуда может быть очень непростым делом.
Удачи, брат. Надеюсь, тебя не убьют. Я хочу сказать... А, дорогой друг, могу я украсть у тебя минутку твоего времени? Я попал в деликатную ситуацию и надеялся, что ты сможешь помочь мне. Это личное дело, и оно не повлияет на твое положение в темном братстве. Ты хочешь узнать подробности? Я нахожу твое решение очень разумным. Теперь детали. Далеко к югу отсюда, в южной части Сиродила, находится болото, называемое Богуотер. В этом болоте ты найдешь темного ящера по имени Хвост со шрамом. Прикончи этого выродка и принеси мне его сердце в качестве доказательства. На родине Органиан в Чернотопье те, кто родился под знаком тени, изымаются у родителей при рождении и отдаются темному братству. Юные темные ящеры обучаются искусствам скрытности и убийства и посвящают свою жизнь служению великому королевству Аргония. Все темные ящеры, дожившие до совершеннолетия, принимаются в темное братство как полноправные члены семьи. Так было и со мной, и с Ачивой. Когда Ачива и я обучались в темном братстве, будучи детьми, мы дружили еще с одним новичком, темным ящером по имени Хвост со шрамом. Мы были неразлучны. Когда обучение было завершено, к сожалению, наши пути разошлись, но теперь произошло невероятное. Хвост со шрамом сбежал из Чернотопья и отказывается выполнять обязанности королевского убийцы. Это предательство. Вероломство должно быть наказано. Так же, как и член темного братства не может убить своего товарища, темный ящер не может убить другого темного ящера. Вот почему я прошу тебя отправиться в Богуотер и уничтожить эту вероломную змею. Пожалуйста, убей Хвоста со шрамом. Помоги нам с Ачивой. Инфорсер не оценит твою комедию. Скорее всего, он нападет на тебя, как только увидит. Но тебе нужно подавить желание ответить ударом на удар. Да не покинет тебя тень Ситиса, дорогой брат. Приветствую, брат. Я вижу, вы с Тайнавой побеседовали. То, что он говорит, правда. Всю нашу жизнь мы провели вместе, в тенях. Мы дети из одного яйца, близнецы. Нас изъяли при рождении и передали темному братству. Мы вернулись в Чернотопье, уже как темные ящеры, научившись искусству скрытности и убийства. Будучи темными ящерами, мы оба служили нашему народу как шпионы и ассасины. Достигнув совершеннолетия, мы вступили в семью. И вот теперь мы здесь. Хвост со шрамом — изменник Аргонии. Он оскверняет своим присутствием Тамриэль. Убей его, как просит мой брат, и мы будем у тебя в неоплатном долгу. Ступай, дорогой наш родич.
О, привет. Вероятно, это о тебе говорил мне Люсьен Лашанс. Я ждал тебя, но, боюсь, у нас не так уж много времени. Я занял немного золота у одних подонков. Я не вернул его вовремя. А теперь они уже не хотят брать эти деньги. Они говорят, я оскорбил их. Они послали Громилу, чтобы он убил меня. Его зовут Прячущий свое сердце. Он уже идет сюда. Поэтому я и нанял тебя. Тебе нужно сымитировать мою смерть. Когда Прячущий свое сердце придет сюда, я устрою маленький спектакль. Ты ударишь меня своим отравленным ножом, и этот идиот подумает, что я мертв. После этого тебе нужно бежать из Коралла, но Прячущего свое сердце нельзя убивать. Тогда он, вернувшись, доложит заказчикам о моей смерти. Если ты подождешь один день, мое тело будет помещено в крипту часовни Коралла. Ты сможешь прийти ко мне и применить противоядие. Все понятно? Хорошо. Прячущий свое сердце будет здесь с минуты на минуту. Приготовься. Ох, надеюсь, у нас все получится. Береги себя. Матьер, я знаю, что ты там. Мои наниматели очень недовольны тобой. Я иду. Можешь молить о пощаде, но Матьер! Тебе я вряд пришел, ли чтобы поможет. Взыскать долг твоей кровью. Ты... А? Кто это? О, нет. Что мне делать? Инфорсер, нанятый бандитами, и ассасин Темного Братства. Оба хотят убить бедного Франсуа. Темное Братство? Да ты, похоже, был очень плохим мальчиком, Матьер. Отойди, ассасин. Матьер мой, мои наниматели требуют его смерти. А, что это? О, ассасин Темного Братства, пожалуйста, не режь меня этим дьявольским ножом. Похоже, бедному Франсуа настал конец. Мы еще посмотрим, кто порежет. Что такое? Осторожно. Усталость! Даже крабы дерутся. Что же, тебе знала? Я ожидал тебя, ассасин. Не пытайся отрицать это. Я вижу все по твоим глазам. Дух Темного Братства насквозь пропитал тебя. Дай угадаю. Тебя послала Ачива, да? Нет, подожди. Тайнава. Он дал тебе это задание, так ведь? Ачива слишком занята, чтобы заниматься такими вещами. Можешь убить меня, если хочешь. Боюсь, я не смогу оказать тебе особого сопротивления. Королевский двор Аргонии уже посылал агента по мою душу. Он проиграл, конечно. Его тело лежит где-то неподалеку, но он оказался очень силен. Если я не смогу отлежаться, то, вероятно, тоже умру. Может, мне удастся достучаться до твоего доброго сердца, а? Ты даруешь мне жизнь, а я расскажу тебе, где спрятал сокровище. Договорились?
Я ожидал чего-то подобного от щенка темного братства. Может, мне и не суждено пережить эту битву, но она не будет для тебя легкой. Почему бы тебе просто не умереть? Да, это сердце аргонианина, я вижу это. Хвост со шрамом убит. Отлично! Пожалуйста, возьми эти сапоги в качестве вознаграждения за твои услуги. Их называют сапоги кровавых уз. На них наложены очень мощные чары. Я уверен, ты найдешь их очень полезными. Хвост со шрамом когда-то был братом мне и Ачиве, но его предательство уничтожило нашу дружбу. Он заслужил смерть. Да не... Не покинет тебя тень Ситиса, дорогой брат. Я ожидал тебя. Даю... Он... Ты проявляешь неожиданное милосердие. За это я благодарен тебе. Мои сокровища спрятаны в пустотелом камне около костра. Они твои. Да, я полагаю, Тейнави нужны доказательства моей смерти. Да и угадаю, мое сердце. Я предлагаю тебе вырезать сердце у мертвого аргонианского шпиона. Его тело лежит где-то здесь. Отдай сердце шпиона Тейнави, и он ни о чем не догадается. Я думал о тебе как о герое, святой рыцарь и тому подобное, а ты... И тебе... Всего наилучшего. Ты будто темный дар самой матери ночи. Да, это сердце аргонианина, я вижу это. Хвост со шрамом убит. Отлично! Пожалуйста, возьми эти сапоги в качестве вознаграждения за твои услуги.
Их называют «сапоги кровавых уз». На них наложены очень мощные чары. Я уверен, ты найдешь их очень полезными. Да не покинет тебя те... Ситиса, дорогой брат. Ох, у меня немного затекли конечности, но в остальном все в порядке. Ах, да, крипта. Знаешь, здесь похоронены члены моей семьи. Что наводит меня на размышления, о которых я забыл упомянуть раньше. Мои предки сочтут мое воскрешение осквернением их могил. Эта крипта проклята. Осквернение заставит моих предков подняться из своих могил и защищать место своего упокоения. Я уже слышу, как они идут сюда. Защити меня. Проводи меня к серой кобыле. Оттуда уж я смогу убраться куда-нибудь подальше от Коррелла. О, они идут. О боже, тетя Маргарет, как ты плохо сохранилась. А, серая кобыла. Здесь я смогу договориться о путешествии прочь из Сиродила. Ты молодец, ассасин. Франсуа у тебя в неоплатном долгу. Прощай. Ах, так Матьер спасся. Отлично. В качестве вознаграждения я рад вручить тебе этот амулет, жестокое сердце, а также поздравить с очередным повышением. Я произвожу тебя в ликвидаторы. У тебя холодная кровь и каменное сердце. Ты являешься олицетворением всего, что ценит темное братство.
Также я передаю тебе этот ключ. Он открывает колодец за заброшенным домом. Используй этот ход для скрытного и быстрого доступа в это убежище.